Привет, Бетти. Привет, Пит. Мистер Джеймсон хочет тебя видеть. Паркер, кабинет ко мне! Что он и сказал? Мне нужны фото для завтрашней первой полосы. Здание догорает, и Человек-паук удирает. Но он ведь спас всех людей. Чем вам не нравится паук, мистер Джеймсон? Он же хороший парень. Такие не продают газеты! Джеймсон! Привет, Джона. У меня для тебя сенсация. Завтра утром этот город обратится в гору пепла. Кто это? И откуда у вас мой прямой номер? Этот город раздавил меня, настало время расплаты. Я разместил в подземке бомбы, и через несколько минут Манхэттена не станет. Алло, алло! Только этого мне сегодня не хватало, очередное мочилово. Итак, юноша, Паркер! Надо найти эти бомбы. Шевелись, паук! Шевелись, паук! Давай, Пит, шире шаг. Похоже, это один из тех типов, что пытались взорвать здание. Пойду-ка за ним. Эта комната была у них стартовой точкой. Может, остался какой-то след, по которому я найду бомбы? Очень плохо. Они расставили бомбы по всей подземке. Даже здесь!
Такие дела. Но поблизости как минимум одна бомба. Надо найти ее. Их нужно обезвредить. Я не могу поднять эту плиту. Может, воспользоваться одним из поездов? Уверен, один из поездов метро может сдвинуть плиту. Как бы только соединить их. Я уж точно не сильнее локомотива. Хорошо, что он тут, под рукой. Все эти выключатели и штуковины так, чтобы ток дошел до кнопки «Обезвредить». Теперь, когда к кнопке обезвреживания подведен ток, просто, ну, это самое, нажми ее. Жми. Такие дела. Но поблизости как минимум одна бомба. Надо найти ее.
Вода слишком высоко. Надо как-то ее спустить. Наконец-то! Теперь-то я доберусь до бомбы. Проверь, получится ли у тебя нажать все кнопки в правильной последовательности. Время имеет значение. Thank you.
надеюсь, что ток беспрепятственно доходит до цели.